сегодня открытие нового магазина студии «Оранжевый слон» по адресу Бухтуева, 1. Что это за магазин? Сейчас все узнаете. Когда вы заходите в магазин, вернее, это не просто магазин, вы попадаете в сказку. В этой атмосфере хочется творить, лепить, рисовать. «Оранжевый слон» проводит мастер-классы по лепке и поделке с детьми. Вместе с ребенком вы почувствуете себя настоящими творцами. Ваш ребенок точно не будет скучать, если вы его приведете сюда, так как здесь веселые аниматоры, и они развеселят и поднимут настроение даже взрослым. А для творчества в домашней обстановке в магазине вы можете приобрести обучающие наборы. Массу для лепки, пластилин, краски, наборы для рисования, конструкторы, наборы для творчества, подарочные наборы к Новому году и многое-многое другое. Проводите как можно больше времени с детьми и приходите в «Оранжевый салон». Кинокомпания «Новый век» рекомендует магазин «Студия «Оранжевый салон». По улице Бухтуева, 1, в городе Кызыле. Сегодня открытие еще одного филиала «Чикенс», расположенного по адресу Калинина, 10Б. В кафе появились всеми любимые роллы и пицца. Какие именно? Сейчас узнаем и обязательно попробуем. Теплые осенние посиделки с близкими уже сложно представить без сочной пиццы или свежих роллов. И теперь все это можно попробовать в «Чикенс» или заказать на дом. А пицца такая ароматная и аппетитная, что невозможно оторваться. Мы попробовали лишь малую долю новых вкусностей кафе «Чикенс», поэтому обязательно вернемся сюда еще раз. Чтобы сэкономить время на поиске места, просто звоните по телефону 60606, закажите блюдо на дом или приходите по адресу Калинина, 10Б. В кафе «Чикенс» чисто, уютно, быстрое обслуживание и вкусная еда. Телекомпания «Новый век» рекомендует кафе «Чикенс» в городе Кызыле по адресу Калинина, 10Б.